Немного дождя припасла погода для нас этим вечером. Ну и пусть любая погода может стать футболом. Каково, кстати, а? Да, любопытно. Ты же понимаешь, что тогда в городе просто начиналась вакханалия. Уровень преступности и количество преступников возрастало. Но зато на трибунах был тогда образцовый порядок. Антонио Санабри. Андреа Белотти. Отличный момент есть. Тут нужно было просто попасть, а он не попал в створ. Игра только началась, пока еще не все получается у игроков. Но сейчас, конечно, нужно было забивать первый мяч в этой встрече. Златан Ибрагимович. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Отлично в обороне сыграно. Атака не получилась. Классный отбор. Можно играть. Немного дождя припасла погода для нас этим вечером. Ну и пусть любая погода может стать футболом. Каково, кстати, а? Да, любопытно. Ты же понимаешь, что тогда в городе просто начиналась вакханалия. Уровень преступности и количество преступников возрастало. Но зато на трибунах был тогда образцовый порядок. Антонио Санабри. Андреа Белотти. Отличный момент есть. Тут нужно было просто попасть, а он не попал в створ. Игра только началась, пока еще не все получается у игроков. Но сейчас, конечно, нужно было забивать первый мяч в этой встрече. Златан Ибрагимович. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Отлично в обороне сыграно. Атака не получилась. Классный отбор. Можно играть. Немного дождя припасла погода для нас этим вечером. Ну и пусть любая погода может стать футболом. Каково, кстати, а? Да, любопытно. Ты же понимаешь, что тогда в городе просто начиналась вакханалия. Уровень преступности и количество преступников возрастало. Но зато на трибунах был тогда образцовый порядок. Антонио Санабри. Андреа Белотти. Отличный момент есть. Тут нужно было просто попасть, а он не попал в створ. Игра только началась, пока еще не все получается у игроков. Но сейчас, конечно, нужно было забивать первый мяч в этой встрече. Златан Ибрагимович. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Отлично в обороне сыграно. Атака не получилась. Классный отбор. Можно играть.